Представители 6 регионов республики стали обладателями золотых медалей на первенстве Дагестана по карате среди юношей и девушек 14-15 лет. Соревнования прошли в Каспийске. Об итогах расскажет Дан Шугум. Для махачкалинца Магомеда Абдусамадова завоеванная награда высшей пробы стала второй в его 6-летней спортивной карьере. В прошлом году он также становился призером на соревнованиях округа во Владикавказе. Победу он одержал в весовой категории до 38 килограммов. Первый не совсем легкий был. Сложно было взять балл, держать дистанцию. Он был моего роста. Я ногами попадал и руками. Призовую тройку в весе до 38 килограммов удалось замкнуть представителю спортивной школы Буйнакска Вадиму Алекберову. Для него бронзовая награда на первенстве Дагестана стала второй. Также он является серебряным призером всероссийских соревнований, которые год назад проходили в Махачкале. Ну, противник был сложный, нападал, но я блокировал, пытался на дистанции держать. Он был одного роста со мной тоже. Всего же своих соискателей среди 200 участников нашли 16 комплектов наград. Среди чемпионов – представители Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Буйнакска, а также Ботлихского и Тлеротинского районов. Радует то, что есть материал. Огорчает, что у нас зарубежные выезды отменили для молодых ребят, которые могли обкатываться, которые могли набирать опыт. Со временем все уладится. Уровень карате в республике набирает обороты по сравнению с предыдущим годом. И ребята показывают очень красивую, разнообразную технику. И это не может не радовать. К сожалению, у нас в категориях на этом турнире очень мало девочек. 4-5, максимум 10 человек. Это, конечно, огорчает. Но я надеюсь, что в дальнейшем девочки будут больше записываться. По итогам турнира наставники сформируют команду республики для участия в соревнованиях округа. Состоятся они 2 апреля в Тырнаузе. Дан Шугум, Махарбек Амариев, Вадим Шамхалов. Время новостей. Каспийск.